Где глаза? Нет глаз. Глаз? А что это за белая фигня? А! Ой, что это за козюля? Козюля. Привет, мои хорошие, с вами Силена Свей. И сегодня у нас фикс прайс реснички накладные. Да, вы заметили, кстати, я что новое место для вас нашла для съемки. Ну, для вас и для себя. Что это такое торчит? Ну-ка, ну-ка, поправим. Все, красота. В общем, смотрите, у меня такое супер-мега-платье, да? Значит, красные губы, а глаз? Где глаза? Нет глаз. Не, ну как бы они есть одни. Одни мои голубо-зеленые, зелено-серо-голубые, непонятные мои глаза, супер-мега-красивые. Но мы хотим их немного очертать. Напомню, что я когда показывала покупки в Фикс Прайс, я показывала вот эти вот реснички Фикс Прайс. И моей Кристинке, моей подруге, моему блогеру, ссылку на нее оставлю внизу, ей пришли классные реснички, она ими супер-мега довольна, это не Фикс Прайс. И когда на Фикс Прайсе увидела реснички, она такая, чё? Не, не верю, что они будут классными. И мы решили видео-ответ снять. То есть не мы, а мы с вами. Ну, не мы с ней, а мы с вами решили снять ей видео-ответ, попробовать эти реснички и сказать, как они вообще будут сидеть, смотреться и вообще. Также я взяла еще черный карандашик с собой для того, чтобы, может быть, какие-то недостатки подкорректировать, да, и подводочку цветную, возможно, мы ее как-нибудь присобачим. Подводочку, где я брала эту подводочку? Кстати, ничего не написано. Вот я в Фаберлик тоже что-то брала, но это, по-моему, не Фаберлик. Хэнк Фэнк какой-то написан. Это я, наверное, в Китае заказывала. А, и вот это вот тоже непонятная подводка, непонятно от кого. В общем, ладно. У меня очищенные глазки сейчас полностью, да, ничего лишнего. Сейчас я открою. Что здесь? 55 рублей. Два вида ресниц. То есть одни ровные, другие перекрестные немножечко. Я не знаю, какие использовать. Какие? Давайте обычные используем. Вот такие, да, чтобы посмотреть, что будет. Самоклеющиеся они. То есть тут написано, что нужно отклеить их, вырезать нужную часть. Чтобы, если у кого-то маленькие глазки, да. И, в общем-то, отклеить пленочку и наклеить. Вот такие они красивые. Да? Я вот эти вот хочу. Я думаю, вы со мной будете согласны. Ой, мне нравится, что они сделаны. Кстати, знаете что? Вот здесь больше, а здесь меньше. Вот мне это нравится. Вот здесь больше, а здесь меньше. Да, прикольно. Класс? Так вот бы не отсвечивала еще. О. Во. Ладно, ладно, все, это я люблю поприкалываться иногда. Так, я отклеиваю тихонько. Вон она так. Ой. Подождите. Я боюсь, что я могу не так что-нибудь отклеить. У меня вечно. Я не поняла вообще. Что к чему? Тут как-то непонятно криво сделано. Сейчас я. У меня отклеивается все вместе. То есть клей остается на этой штуке у меня. Просто вообще. Не знаю, как вам это показывать. Видите? Я отклеиваю, а клей остается. Вот, сейчас только отклеился. Он, видите, у меня помялся. Так. А что это за белая фигня? Белая фигня, ее тоже надо, наверное, убрать. Она вообще, короче, не туда приклеена. Она ничего не сдерживает, ничего не защищает. В общем, уберу я лишние куски. И проверим, как он наклеится мне. Возьму зеркальце. Вот торчащие куски мне хочется убрать. Зеркальце Фикс Прайса тоже брала розовенькое. Так, ничего там не видно особо. Мама.
Я не буду ничего обрезать, я прям так буду наклеивать. Мама, знай. Твоя... Ой. Чуть-чуть в криво ушла. Поправим. А! А! Я... Ой. Ну давай, садись куда надо. Сейчас, сек. Сек-сек. Я хочу, чтобы вы все видели, блин. Ой, что это за козюля? Козюля на глазу. Нет, это не козюля, это кусок клея. Так, давайте и мы их переклеим немножечко. Потому что я их что-то близко к середине начала клеить. Вот здесь вот где-то оно будет начинаться. Вот и пошла. Пошла, пошла. Вот здесь. Ну-ка. Кстати, те другие ресницы, которые ей присылали, она сказала, что она тоже первый раз их клеила, но наклеила их очень легко. И на глазах они неощутимы. Разрекламировала, блин. Что ж самой захотелось такое. Ну... Я вот, знаете, за то, чтобы всегда работал фикс прайс. Но, о, ну я имею в виду продукцию, которую они там поставляют. Но вот здесь вот, вот этот вот моментик, если он отклеится, понимаете? Господи. Это будет не камильфом. Давай. Сейчас я тебя присобачу так плотнее. Самоклейка, это значит, что мы ничего не добавляем туда, правильно, больше? Потому что если мы сейчас я возьму клей и добавлю что-то, то это уже не самоклейка. О, Господи. Ну все, вот начало, короче, оно не лепится. Оно отпадает. Я чувствую, я в них не ходить не буду. Давайте другие одену. Вообще обидненько, конечно. Чисто выброс денег на ветер, да? У меня немного облезлые ногти. Не обращайте внимания. Потому что нынче очень сложно найти лак, который будет держаться долго на ногтях. Я, кстати, купила лак, который буду тестировать. Мне его порекомендовали. И типа он долго держится, без лампы, без всего. Я во влоге покажу его. Накрашу, и как раз несколько дней мы протестируем с вами. Может, на ресницы надо клеить, а не на кожу? Может, я что-нибудь так делаю? Ну, в общем, вот это, вы видите, не держится, да, абсолютно. Ну, если клей взять другой немножечко, то нормально будет. Просто, короче, там, я вам скажу так, брак в том, что они наклеены плохо. Да, и они наклеены плохо, и от того, что они плохо наклеены, вот такая фигня происходит. Вот, видите? Я отсоединила вот здесь. Вот здесь нету клея. И так на всех почти. Будьте внимательны, смотрите, чтобы на всех везде был клей. Не то чтобы клей, а оно просто наклеено не на бумажечке, а наклеено на уже на вот этой вот штуке, на вот этой пленке. Ну и понятное дело, что клеиться не будет. Ну-ка, сейчас вот этот второй попробую. Вот тяп-ляп. Такую красоту, такие реснички делают. И чё тяп-ляп? Вот не могли сделать нормальный клей положить хотя бы. Самим не жалко смотрю. Ну вот эти вторые более-менее наклеились. Но... Ой, господи, в глаз попал. Но... Ой. Короче, в них так не похож. Их надо нормальным клеем. Нормальным клеем.
клеить надо. Даже не буду ничего замазывать и закрашивать, ну потому что это вообще... Фу, блин, 12 минут? 12 минут я вот этой ерундой страдала? Я думала, блин, будет 5 минут. В общем, вот. В общем, ладно, дорогие мои, ресницы из Фикспресса я вам не рекомендую покупать, либо покупайте к ним отдельный клей, но я их чувствую, они колятся вначале, снаружи, не колятся, мне неудобно. Возможно, если их разрезать как-то на кусочки, кто-то делает, так разрезает, это будет лучше, но вот оно все не держится, я не буду даже использовать карандаш и какие-то другие средства, чтобы что-то скрыть, я просто их сейчас скорее сниму, потому что мои глаза уже в шоке, честно говоря, мне не нравится. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Я сэкономила ваши денежки. Потом ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.